нашего торгового центра осталось 10 минут. Поспешите пройти к кассам. А что вы меня спрашиваете? А у кого спросить-то? А у управляющего. Где ваш управляющий? А управляющий ужинает. Вот придумали праздник, День защитника Отечества. Вот вы мне объясните, почему мы каждый год должны дарить подарок мужчинам? Извините, пожалуйста, но они же нам тоже дарят. Ну, дорогая. Умрешь. Мимоза и Альпингольд. Это подарок? Да это издевательство. Девушка, ну можно побыстрее? Женщина, у меня не 7 рук, а 1 палец. Ну побыстрее, как я не знаю. Да, вообще-то так, вот и все. Далеко вы торопитесь, да подождите. Женщина, вот вы меня сейчас вот просто выведите, вы видите, у меня очередь, вы мне мешаете работать. Ой, я вот вам говорила, этим мужикам везет по жизни. Вещи, обувь они носят до износа. Вы понимаете, им не нужно ждать новой коллекции одежды. И вы понимаете, что они даже маникюр могут делать бесплатно. А вы знаете как? Зубами, а живот? Живот для них не признак депрессии, а символ мужества. Ага. И в роддом они приходят. Всего на полчаса, и то на веселье. А консервную банку ножом вскроют, хлебушком помахают, и вот тебе ужин готов. Послушайте меня, послушайте меня. Дышите, зубами не на работе же. Женщина, вы давайте вообще побыстрее со своими же покупками. Вы набрали, ты что, на целую дивизию, что ли? Она их, наверное, оптом горит. А уж трем дур из очереди вынесу элементарно. Так, женщина, ну-ка тише, я сейчас охранника так вызову. Девочки, ну правда, давайте успокоимся. Это, наверное, на нас праздник так действует. А я вам говорила, во всем виноваты мужики. Ты что, они так набросились-то? Ой, между прочим, быть мужчиной тяжелый труд. Их и так мало осталось. А давайте сегодня подарим хорошее настроение не только мужчинам, которые пришли на наш концерт, а всем зрителям. А как же будем создавать хорошее настроение? Ну как, своими улыбками, песнями, аплодисментами. И выступать.